то днем бомбят, то ну как-то ту ночь было нормально. Не эту ночь, а там нормально. Ну, до 8 бабахают, там до 2 часов. И тишина. А это вот. Стоит. Надо. Нет. Разговаривал по телефону, начало гудеть. Ну, не знаю, сюда это уже остатки, а в той стороне там светилось вообще вечером, то где-то часов 7. А потом все ближе, ближе накатило сюда. Ну, стреляло, видно прям. Я думал вообще, что и до нас дойдет. Ну, буквально не дошло метров 300. На гаражах остановилось.